Вот, след еще остался в небе. Не знаю, видно ли это только что. Походу, пролетела ракета. Был только что взрыв. Воздушная тревога. Немедленно идите в укрытие все. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас суббота, 23 июля, 2022 год. Утром мы с мамой ходили на базар, но перед этим решили пройтись по придомовой территории возле 55-й школы. И услышали вой сирены. Ну, как всегда, объявили тревогу. Захожу в телеграм-канал и пишут, что в сторону Одессы летят ракеты. И мы слышим такой вот гул, как будто бы самолет летит. Смотрю на небо и вижу след ракеты. Вот так низко, низко, вот так под наклоном вниз он идет. Я не понял, или она летит вниз, или она... Или это наши ПВО пытаются что-то сбить и запустили. В общем, непонятно. Но я быстро сказал маме, срочно надо закрыть уши и присесть. Ну, лучше, конечно, лечь на землю. Но, короче, мы закрыли уши, ждали, что вот-вот сейчас, наверное, громко взорвется. Ну, прождали так полминуты, вроде не взорвалось. И когда мы уже открыли уши, как раз таки уже куда-то прилетело, оно и взорвалось. Это было довольно громко. А убежищ рядом никаких нет. Мы побежали там, где скамейки, и решили хоть там посидеть, переждать это. И вот как только сели на скамейки, сразу три громких взрыва прозвучало. Очень громко бабахнуло, раза так три, ну вот очень такие громкие взрывы были. Ну потом, как выяснилось, рашисты попали двумя ракетами в порт, в зерновой терминал. Еще две ракеты сбили успешно наши ПВО, и одна, по-моему, упала в море, там и утонула, короче. Вот вам, пожалуйста, цинизм Российской Федерации. Вчера был подписан закон о перемирии и вывозе зерна из наших портов, из порта Одесского, Южного и Черноморска. Был подписан указ. Россия его подписала, а что сегодня мы видим? А сегодня наш порт был разбомблен ракетами. Вот какой цинизм, вот какой плевок в лицо со стороны Путина, генсеку ООН и президенту Турции. Путин просто плюнул им в лицо и сказал, что мне срать на все эти указания. Ну а в принципе, а чего они вообще ждали, когда подписывали это? Как можно о чем-то договариваться со страной-террористом? Ну никак. Очевидно же, что России просто наплевать на все эти бумаги, да, но это очевидно. У нас же был подписан указ, что мы сдаем ядерное оружие, и Россия никогда на нас не нападет. Он сработал? Нет. Ну вот и все. Вот это еще раз доказывает ООН и вообще всему миру, что о чем-то договариваться с Россией, это ну, абсолютно бессмысленно, это вообще не имеет никакого смысла. Я в политике не очень хорошо шарю, как бы, но очевидно, что договариваться о чем-то с Россией документально, недокументально, это просто пустая трата времени. Этими бумажками можно просто подтереть одно место, что Россия, в принципе, сегодня уже и сделала. Вот как-то так и живем, ребят.